Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня я не случайно не накрашенная, мои реснички абсолютно без капельки туши, потому что мы будем тестировать тушь-новинку серия The One с эффектом гипнотического взгляда. Кстати, такую щеточку вы, наверное, многие помните, потому что ранее у нас была такая тушь. И давайте я вам расскажу, что она делает. Во-первых, это длина, ресницы становятся очень длинные и распахнутые, она очень черная и выразительна. В-третьих, специальная формула гипнотейдж позволяет визуально придать густоту и распахнуть глаза, по-моему, говорила уже про это. И силиконовая коническая щеточка аппликатор с двумя видами щетинок для разделения и максимальной выразительности взгляда. От такого взгляда невозможно оторваться. Итак, давайте попробуем, как же эта тушь работает в деле. Итак, достаю и начинаем красить. Я буду делать три слоя. Удобная щеточка позволяет очень близко к началу роста ресниц прокрасить, чтобы все ресницы были равномерно одного цвета. Итак, один слой проложили и за добавкой отправляемся. Итак, я накрасила три слоя на правый глаз, а левый пока еще не трогала. Ну скажите, разница сильно заметная? Мне кажется, ощутимо. Правда, я немножечко торопилась, а если постараться и просто очень аккуратно сделать все реснички, то получится еще лучший эффект. Кстати, заметили, что я делала один слой за другим, не давала туши засохнуть. А то, что я брала сразу новый слой туши, позволяет наслаивать ее, делать ресницы гуще и выразительнее. По-моему, эффект очень классный. Что, давайте накрасим второй глаз. Итак, я сделала здесь два слоя и хочу вам показать, что мне два слоя даже нравятся больше, чем три, хотя здесь, конечно, больше объем, больше длина, но здесь как-то более естественные реснички, и действительно глаза настолько распахнуты, ресницы прям вот лежат вверх веером. Скажите, какой вариант вам нравится больше, три слоя, два слоя? Выбирайте. Тушь мне очень нравится, я вам всем ее рекомендую, тем более что в 17-м каталоге ее стоимость составляет всего 219 рублей. Удачи и классных покупочек вам! Всего доброго!